И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, на нас снова нападает. Да, кстати, вот эту девушку я нанял там в баре местном. Пока вооружилась, чем было. Она сейчас работает, знаете. На нас нападает, я ее. Оп. Она тут у нас инженером работает. Блатная работа у нее. Так, ну давай потихонечку. Да стойте уже. Ох, вот это удар был. Так, где наша Лиза? Лиза получила? Нет, Лиза от кого-то отпрыгивает. Руку забери, отрубят сейчас. А, она успела. Блин, тут такая каша происходит. Но Лиза неплохо таким накидывает. 93. Упал. Ты так резко переключаешься на врагов, добей его уже одного кого-то. Что там происходит? Куда ты там уткнулась носом? Лиза, ты тупишь? Жестко. У кого-то ручка только что увидела или нога отлетела. Лиза. Куда это, мне интересно, все поползли? Вон этот текает, червячок. Лиза, догони его. Куда ты пошла? Ты тут, блядь, дурная или что? Я ж тебе стою, чтоб ты... Да идите все нафиг, не трогайте ее. А вы тоже там ничего не трогайте. А где Лиза делась? Я что, и тебя случайно выбрал? Или ты уже его завалила? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Все. Успокоился. Так, ну и что ж. Оббираем их. Потому что у них много бинтов дешевых. Плюс. Так, сначала с Лизы начнем. Так, дешевые бинты, это хорошо. Надо книжки выложить. Палки эти ковырялки. Возьму, они копейки стоят, но все равно. Так, лечи давай его. Так, ты там бежишь, Юля? Бежит. Юлю никто не полечил. Сама полечится. Она умеет. И неплохо. Так, Зоя, давай сюда. Ты что, Зоя, пата? Куда вы все побежали? Смотри, куда пальцы свои тыкаешь. Юля, Зоя, то есть ты где? А, Зоя покоцанная. Ты вообще не к тому, вот сюда иди, вот, оббирай его. А, уже обобрали. Так, вы же мне спутали меня. Вот. Вот это другое дело. Ох, у тебя бинтов и... У тебя немного ли их, а? Думаю, многовато, что тебе бинтов. Ну ладно, лечи давай его. Так, дело в том, что мы уже вот фракция... Где они? Вот, уже минус 35. А было когда-то... Вот столько. Вообще 100 было. Уже это минус 35. За этими голодными бандитами на минус 10 удалось уже скинуть. Так. Аманда. Куда они побежали? Кого-то лечить, наверное. Так. Давай сюда. Вот тебе бинт.
тебе палка-ковырялка. Лечи давай. Так, дальше у нас. А вот этого не хотите добить? Он умирает. Или полечить хотя бы. А поднять нельзя. Давай его тресни. Мы ему поможем. Плату возьмем, конечно же. Что вы хотите сказать, уже их подлатали? Не рассказывайте мне сказки. Так, Зоя, подожди, Аманда лечит. Так, Лато, ты где там? Они пошли работать, да? Да, они пошли работать. Тут такое месиво. О, этот, походу, вот-вот скоро отъедет. В такой луже крови она быстро увеличивается. Где ты там? Давай, лечи его. Что у него там? Все плохо. Кровопотеря огромная просто. Конь. Обобрать. Кстати, конь почти не пострадал, только живот пару раз треснули ему. Очень хорошо, легко отделался. Так, а что это мы? Оно уже мертво. Ну вот давай я этого оббирай. Всех, конечно, не удается вылечить, это в любом случае. Давай, первая помощь. Песок. Вот тут мужичок побольше есть. Там вообще просто кровавое месиво. Надо будет все продать. Все продать надо будет. Рэй. Так, этот вроде в нормальном состоянии, да. Обобрать. Ну где ты там? Вот тебе бинт. Он притворяется мертвым. Дай сюда, говорю. Поднять. Отпустить. Куда ты пошел? Обобрать. Вот так-то можно сделать. Давай, лечи его. Проныра. Вот тут есть клиент, которого надо пропесочить. Хотя не надо его песочить, пускай ползет тогда, фиг с тобой. Золотая рыбка. Так, он там людоед один проснулся, куда-то рванул, по-моему. Так, он не нашу там заберет, где я? А где? Ага, ее уже отнесли. И Лизу отнесли. Лиза, что ты там? Да ты же целая почти. Пата, ты что, не будешь его лечить? Или я не назначил? Не назначил. Лечить? Давай, Вика, иди вот сюда. Обзаведешься бинтами себе. Это комната поправки. Двадцатку и вынесли мозг ей. Где ты там, Вика, блин? Ты еще и с камнем носишься. Да еще и не с одним. Это же он, да? Нет, это другое. Подожди, пока не трогай вот это, да? О. Так. Это отдыхает. В норме. Но отдыхает. Давай сюда. Ты бегаешь быстро. Не знаю, многих не спасем, конечно, скорее всего. Да и ладно. Лечите. Так, Юля стоит, ничего не делает.
Мимо избили, излечим. Так, давай. Лечи. Все стоят, уже ничего не делают. И там, как там? Умирает. Ну-ка, быстро обобрать его. Она сама еле ходит. А у тебя что там со здоровьем? Да, нормально все, только поставь себе. Наложи шину быстро. Давай, лечи. Не умрешь. Уже не умрешь. Сейчас будет критическое состояние, выскочит. Кровь минус 50. Да, много, конечно, потери крови. Так, что ты стоишь дальше там? Давай дальше. Это излечили? Да, но у него отсутствует конечность. О, мертво. До поправки кома. Вот, давай-ка, оббирай его. Так, палку-ковырялку. И тут еще внезапно, откуда ни возьмись, появились голодные тюлени, блин. О, Лиза, давай, пропиши ему еще разочек. На, подсрачник. Еще один прибежал. Мало тебе, говоришь. Да сколько их там? Ты смотри, какой он. Это у них этот главарь, что ли? Ну да. Нехило ему Лиза прописала 96 урона. На, вырубил. Куда ты ломанулась, Лиза? Давай, где он там провалился под землю, бляха-муха. Вот он. Давай, подлечи его. Ой, у тебя что-то отпало, дружок. У них брать нечего, кроме их палочек. Да, лечи. Я тебе шо? У тебя нет аптечки? Ладно. Давай сюда. Вот тебе аптечка. А где твой рюкзак? А у него нет рюкзака. Рюкзак я ей не выдавал. Так, иди давай. В смысле, у меня его просто нет. Его надо купить. Так, иди. Вы еще их не сложили. Блин, новые все новые жертвы появляются. Куда вы все побежали? Это уже мертво, да? Вот этого обобрать надо. Ой-ой-ой, кто это у нас-то такой? Шкандыбает, блин. Ох, у тебя бинтов. Как у дурака фантиков. Давай, лечи. Этого просто лечить там нечего у него брать. У них ничего нет никогда. Ручка отпала. Так, у этого. Вот эту надо подлечить. Да-да-да. Давай, потаконь. Иди, отбирай. Вот тебе бинт. Вот тебе палка-ковырялка. Так, песочек. Иди сюда. Это у нас то. Просто людоед. Видишь? У них же должен быть главарь. Я никогда его не находил еще. Главаря. Давай, Рэй.
Ой. Не схватил. Помогай. Так, пронейра давай вот этого. Обобрать. Обогреть, обобрать. Пронейра, где ты? Блин, вот этот бинт вообще ни о чем. Вот насколько бинт у тебя... Ну и что, где он? Взял всех, спихнул. Вот это он, да? Умирает, не умрешь. Так, Вика, ты где? Давай сюда. Походу тут уже... Ну где обобрать? Вот тебе бинт. Кто-то не дожил. Зато вот рядом лежит потенциальный клиент. Так, Саванта это там. Это все еще. Она уже исследует. Быстро ты. Так, это кто? Просто людоед умирает. Давай быстро сюда. Во, тебе повезло. Целый бинт. Лечи. Она пытается. Так, что там? Лиза, я думал, она уже давно всех уже вылечила, кого надо. Иди обобрать. Бинт. Так, слушай, надо бинты дать Саман. Как там? Соман? Соман? Как у тебя имя такое, блин, стрёмное? На тебе пару бинтов. Палочка-ковырялочка. Вот еще один. Студент. Живой? Живой. Лечим. Так, по-моему, вроде бы как будто бы всех. Но не факт. Ага, вот, умирает еще один. Юля стоит, ничего не делает. Тут всех. Так, это уже... А, умирает? Нет, так его подлечили вообще-то. Этот притворяется мертвым. Давай-ка его... Подлечим, во-первых... Нет, ты не умираешь. Так это кажется. Кровь, когда восстановится, ты не умрешь. Так, до поправки. Мертво. Провтыкали. Саман. Соман. О, уже не умирает. Сейчас ножку подлатает, и сейчас он пойдет, он того подлатает. Тебе надо практиковаться. Вика, не ты ли там с машиной каменоломя? Нет. А что у тебя там с рукой? Да ничего вроде. Вот этот, да? Студент. Нет, не он. Вот он. Мертво. Ну, обобрать. О, разжилась этими вот бинтиками. Все, иди гуляй. Где работай? Опа, пропустили. Юля, ну-ка займись. Так, этого живот выбитый. Студента. Ой-ой-ой. Зоя. Иди-ка первую помощь окажи. Это ж те новенькие, которые пришли. Зоя бы сама кто помог бы, да? Ну, тебе шину поставили, так что. О-о-о, просыпается.
Что и не рыпайся. Ну чё, как? Ага. Значит, добавки надо. Смотри, как она парирует хорошо. Опа. Ну, не совсем, конечно, не каждый раз. Сама найди, полечи ее. Так, вроде бы всех, не знаю. Если кого-то и пропустил, пускай не обижается. Это мертво. Наверное, пропустил. Так, мертво. Вот. Кто-то тут. Так, давай, Вика, иди. Ты тоже не очень умеешь лечить. Не тренируйся. Не знаю, вроде бы, как будто бы всех. Но даже этого... А, не долечила. Сама, ты что это не долечила его там? Она очень медленно, у нее очень мало опыта. Чем мы стоим, не работаем? Машина обработка камня 2. Что проблема с машиной обработки камня 2? Нет электричества, понял. Нам надо сделать ветряк на крыше. Ветряк. Электричество. Маленький ветряк. Во. Что говоришь, нельзя поставить его здесь? Ладно. Так, что там надо? Железные листы, электродетали 4 штуки. И все. Железные листы, пожалуйста. Лиза. Ой, так много не надо. Потом беги сюда, тут где-то... Не, вот здесь, по-моему, электродетали находятся, давай. Так, еще две. Если я ничего не путаю, сейчас посмотрим поближе. Тут 7 железных листов. А, блин. 7 железных листов, я только 4 ей дал. Где я там, эта машина, вот. Ага, тут уже ничего не дашь, понял. Давай иди делай с тем, что есть. Потом добавим тебе. Так, я, по-моему, там уже кого-то про кого-то забыл, да? Вот тут только лежал, где он делся? Утянули? Вот тут же лежал штрих. Уже не лежит. Так, машина-колодец. Иди давай достраивай, машина-колодец. Разлеглась она там, давай. Так, Юлька у нас там инженер на все руки, мастер. Так, листы уже можно добавить, говоришь, да? Давай. Так, и там было 4, надо 7. Добавь материал. А, так, ну ладно. Она не протыкать, она убежит и выкинет их. Так, сейчас Юля уже достроит колодец. То есть ты на нем работать не можешь. Или им уже не требуются люди. Так, питание. Нет питания просто. Им надо электричество. Будет со временем. Вот сейчас турбинку. Так, ну тогда пока не тупи, можешь пойти помочь. О, кстати, я могу и дать запчасти от Юли. Точнее, от Лизы. А ну давай. Не помогай.
Ну, вдвоем-то быстрее будет. Давай еще ускоримся. Еще быстрее будет. О. Потихонечку растет. Как на дрожжах. Кто пришел? А, людоеды просыпаются. Так, подождите. Уже не надо. Походу, уже вырубили. Так, ну тогда пока они там делают. Где он там? О, не тот. Это не ты. Не ты. Умирает. Ой, песок, подлечи его. Так, ну эти вроде лежали здесь. Это мертво. Умирает, не умрешь. Кого ж тут пинали-то, блин? Попробуйте найти, кто из них кто. Мертво. Аманда. Давай-ка, вот есть клиент на лечение. Ага, вот. А нет, мертво. Фиг его знает, где он, блин. Тоже мертво. Лечили, лечили, да не долечили. Ну и фиг его знает, где он. Под землю провалился. Бывает иногда, кстати, не под землю проваливается. Там я уже не хитежу, по десятому кругу тыкаю. Умирает. Это вот тут уже. Ну кого-то там лупасили, а кого, блин, фиг поймешь. Он только ноги валяется. Так, а ты что? Мертво. Тут ты у нас людоед. Опа. Сама давай, диаграбь его. Тебе бинты нужны. Бля, ну и бинтик. Ну и бинтик. Работай. Так, Лиза. Кто-то уже этот... Юлька, ты уже отнесла запчасти, да? Ну, конечно. Конечно, она листы металла уже отнесла. Да ё-моё. Пока я там тыкаю на ускоренном, она уже успевает прибежать и выкинуть их. Куда вы все побежали, я не понял. Вот ты вольтанутая. Я тебе сейчас как там по одному месту будешь, мне будешь каждый раз носить эти листы, блин, я буду тебе по-новому их давать. Иди сюда. Строй давай. Во. Так, есть, есть, заработал. Колодец заработал. Так, все заработали резко. Пошла. Да ты что ты посмотри, блин, опять новые пришли. Да вы охренели, блин, только что была куча бомжей, опять новые бомжи пришли. Лиза, давай, тренируйся, тренируйся. На, на. Запинали просто всех. Чё себе такой тяжелый меч отразили? Где там Лиза делась? Ты... села, а они работать пошли. Электричество появилось.
Опять надо их лечить. Так, что у нас по лечению этому? Да иди твою мать. Так они же на нас сами нападают. Не я на них нападаю, блин. Что за бред? Вообще реально их вообще в это... Та команда лечит. Главарь. Беги давай, лечи их. Теперь этого лечи. Не, песок, подожди пока. Тут вот есть еще клиент. Вроде всех. А вроде не всех. Зоя, давай. Твой выход. Я знаю, что надо стены строить, но у меня... Я не хочу строить хреновые стены, мне надо изучить нормальные, сразу строить уже большие, а не ту херню. Чтобы потом разбирать, и потом новые строить. По-моему, или там можно улучшать, я уже, честно говоря, не помню. Тебя уже подлатали? Умирает. Ну-ка, переключусь пока на этого. Чтобы он не умер. Вот, критическое, нормально. Долечи уже этого студента. Так, пошли работать. Не-не-не. Не забывай про этого. Так, Лиза, я тебе ждал команду работать с машиной зерной. Может, наоборот надо? Так, тут воды нету, она вообще нифига не растет. Две бочки, не густо. Ты что, отнесла воду обратно, что ли, а? Сюда надо воду давать. Ты что творишь, Лиза? Как ты так расставить, чтобы это все... Чтобы влезло побольше бочек. Все на две. Как ты тут не расставляй. Так вот же есть вторая. Что ты мне, блин, мозги мне компостируешь? Но. Куда ты забираешь воду? А. Она не забирает воду. Пшеницу делать, потом будем хлеб делать. А здесь нужна вода. А, вот куда она воду делала. Мука, и здесь будет хлеб. Сколько ты даешь нам? 25 энергии, а потребляется сколько? Не пишется. Так, а вот мощность. Почти все и потребляет. Насос сам работает. Следующее. Тех уровень 3, то есть уже тех станок можно третьего уровня ставить. О, очнулось все. Ремонтируй те. Избили. Подлечили. Там вроде трое было, не? Ага. Давай еще этого. Под шумок я этому зарядили в живот.
Так, Юля, у тебя уже получается колодец не катит. Хотя она будет там бобать вот. Так, давай мы замесим лучше пшеницей. Твоя работа будет заниматься пшеницей. Так, количество растений 97. 96. А, так они уже выросли 100%. Понял, надо просто было собирать. А точнее, они доросли, там чуть-чуть осталось. Так, походу ему мало. Лиза, тресни ему. Ну ты же первая прибежала, почему не твоя очередь? Лечи. Еще кто-то поднялся. Как поднялся, так и упал. Так. 10. Одну единичку подымешь, а одну единичку сбросишь. Лиза, что говоришь? Кончились эти? Да, кончилась пшеница, кончилась. Может, тебе на бочку еще поставить, смысл, чтобы ты хлеб пекла? Ну, давай. Займись полезным делом, Лиза. Бери мешок и пеки хлеб. А, он еще и автоматически печется. О! Ты еще и воду натаскаешь. Вообще тебе цены нету. Базарный день. 5 бочек и хлеб сам идет. Только вот в эту бочку хлеб нельзя ложить. Он просто не ложится туда. Надо бочку для хлеба делать. Ну давай здесь рядом бочку для хлеба и сделаем. А где она там? Хранение. Еда, камни, кожа, медь, мясо, пшеница, ткани. Странно, а где же для хлеба? Так, мешки. Болтаковка. Сундук, корм для животных, мешки для муки, оружейный стенд, оружейный шкаф, а где ж складской сундук, зеленый фрукт, камни, кожа, кольчуга, латы, листы железа, медь, мясо, пшеница. Ах, самого хлеба нету. Возможно, я еще не изучил это. Либо я что-то... Ну что я же сделал это для еды. Вот он же стоит для еды. Уберите. А это продукты питания. Хранение еда. Ну все правильно. Фиг его знает. Так, хлебушек потихоньку печется. Стоимость при продаже 199, стоимость 398. Ужасный сухой хлеб. Но у него же качества нету, нет. Я просто не читал описание, возможно, он весь такой есть. Так, простой класс оружия 2, завершено. Ты что-то, я смотрю, собираешь, а где пшеница-то, Юля? Пшеница где? Или ты же бочку отнесла? Бочки пусто. Где хотя бы хоть одна пшеница? Ты что, вообще ни одной не собирала, блин? Все порубала, покромсала. Что там по этим? О, минус 9. Потихонечку что-то там. Бьем, лечим, лечим, бьем. Кругом трупы валяются эти. Вы еще когда-нибудь проснетесь? А, притворяться мертвым. Это еще долго будет. Лизонка, где-то там, который притворяется мертвым. Вот он. Ну, подними его. Урони.
Ох, а хорошо полетел, делал. Так, все. Ты стояла возле врагов, ломанулась, не пойми, в другую часть карты. Теперь будешь туда бежать. На, 85. 42, 71. Отпусти фермера бешеного. Не-не-не-не, ты уже поздно убегать куда-то. Лиза, лечи его. Я говорю, лечи. О, этому тоже досталось. Когда он его на плече держал, ему тоже досталось. Ладно, кушать хочет, хватает. У тебя же вон еда вообще не тратится. У них вон еда вообще не тратится. У мелких тратится, у этих нет. Почему-то. Куда пошла? Главарь. У него кроме меча больше ничего, как говорится, ничем не отличается от других. Ты бежала покушать, я понял. А ты хлеб будешь делать? Которого нет. Да ты серьезно, она... Юля, я хотел посмотреть, где там у тебя твои навыки эти? Готовка, фермерство, 9 единичек. Но она ничего не собрала вообще. Где пшеница? Что она делает? Пшеничная ферма, ну. И носим сюда. Только нет ничего. Ничего не понятно. Очень интересно, ничего не понятно, Лиза. Давай, возьми воды отсюда. Я тебя сейчас понесу обратно. Она уже... Ты была здорова, блин, а? Как раз 10, по-моему, больше 10 не лезет. Проверь. Да, больше 10 не лезет. Ну, теперь можешь вылаживать. Или это там все засохло, я не понимаю, почему. Состояние 60. Рост 100. Рабочих 4 человека надо. Ну где? Где продукция? Пшеница, где? Ну, наверное, засохло все. Что она как-то не очень выглядит, эта пшеница. Если честно говоря. Оу. Ты как-то там спрятался под камушками. Ализа даже у тебя не могла добраться нормально. Сейчас мы тебя подлатаем, не боись. Тут в норме. Да кого ты там возишь на Лизу, блин, в норме там? Ну, у него ножка отпала. Не страшно. Два хлеба и больше нет муки. Зашибись. Она ни туда, пшеница не идет, ни сюда. Вот, пошло расти. Количество растений 100, состояние 100, рост 0%. Будет вода тратиться, пшеница будет расти. Видать, тогда что-то там засохло. Так, урожая 111%. Там просто 89%.
Никак поесть захотела, да? Тут еще притворяется мертвым. Никто. Некому притворяться уже мертвым. Увечья, слушай, этот. Опять кто-то проснулся. Лиза, займись обучением. Так, еще кто где? А, мелкий шкет проснулся. Уж если я только что на него наводился. Упал. Пату, давай. Команда уже вырубила, да? Давай-ка первую помощь. Так, Юлия, смотрю, заняться нечем. Пшеница. Вообще-то и надо у этой нашу убрать. У Лизы все эти задачи, вот эти. Зерномолка. А вот ты будешь работать. Сначала. Так, пшеничная ферма. И потом вот это. Так. И готовить хлеб. Во. Занимайся. Пшеница. Не в том порядке, наверное, да? Сначала пшеница надо. Не в том порядке. Значит, сначала перемалывать. А как там вот это? Потом вот это. И вот это. Ой, не туда, да? Вот сюда. Все, занимайся. Как-то там. Расти, наверное, еще будет очень долго, да? 4% только выросло. Ясное дело. Что там изучаешь? А книжки кончились, надо книги. Защитные стены. О, вот что-то появляется у нас. Там еще в том есть. Вроде бы я там еще ставил изучать. А ну, Лиза, сходи, глянь туда. А, что там, что здесь можно изучать, да? Так, может, там быстрее? Алло. Отмена. Иди сюда. Научный стенд 2. Там... А тут уже маленький, можно и разбирать, скорее всего. Там книжек уже нету. Ладно, пускай пока будет, он мне там не особо... Не особо-то нужен. Так, во. По-моему, здесь и быстрее, по идее, должно и... Разработка должна идти быстрее. Изучение. Арбалетные турели. Все будет со временем. Но мне не нравится, что ты стоишь, ничего не делаешь. Вот это вот. Остальные-то работают. Эти уже, по-моему, листами все запахали. Нет, уже практически все, да, заполнили уже. Так, надо сделать еще один, наверное, ветрогенератор этот. Одного явно мало. Надо большой, но у меня на большой тут много чего не хватает. Вот на вот этот. Тут надо 5 листов. Вернее, просто медь нужна. Железные листы. Так, Лиза, ну-ка займись железными листами, как минимум. Даже больше, чем тебе надо. Давай, строй. Добавляй как минимум туда материал. А где медь брать? Ее где-то надо искать и добывать. Как минимум, это что такое? Железо.
Можно, конечно, где-то пойти купить. В городе не факт, что там она есть. Опять. Парируют хорошо. Еще кто-то проснулся, походу. Не-не-не. Лечи сразу. Кого там бить собрались? Ага. Они никак не угомонятся. Юлька, полечи его. Все, молодец. Фракция 10, как было, так и есть. О, вот этого надо подлечить еще, давай. Притворяется мертвым. Ну-ка, Юля, дико его возьми, отнеси за пределы. А там выкинь. Он каждый раз будет просыпаться и каждый раз будет пытаться напасть, либо кого-то украсть. А это что у нас тут? Ох, как они долго будут еще без сознания. Давай сюда. Роняй. И линяй. Роняй и линяй. процентов пшеницы выросло. 14 уже. О, бочечка воды добавилась. Так, а здесь что? Давай с колодца брать. Остальные отнеси. 14. О, отлично. Как ты быстро сразуешь. Раз, два и все. Сколько там, а что, бочек влазит? Нормально. Так, что там у тебя? 4. А где ты, Лиза? Ты опять вынесла все эти... Ну, конечно, она все опять вынесла листы. Нужна медь. Это не медь, случайно? Нет, это камень. А это... Железо. Тоже железо. Тебе заметь. А это что? Опять пигмей пришел. Так, а на что ты там зеленый навелся? Сабля? Откуда она здесь взялась? Странно. Ну, посмотри, что за сабля. Фуфлыжная. Не наша. Потом продадим. Где же медь искать? Медь, медь, медь. А там еще что-то есть. Тоже железо по цвету похоже. Железо. Небольшие залежи железа. О, вот медь, ёшкин кот, давай. Там всего-то надо. Да что там опять происходит? Начали тюлени просыпаться. Кто еще? Фиг я знаю. Тут на перемотке быстро такой... Даже не замечаешь. Не успел заметить, кого там били или кого не били, или уже успел провтыкать. Кого там били. И где. Вот. Кого еще били.
Этот хочет добавки. Во-первых, они постоянно тренируются. Как хотя там, наверное, такая тренировка с них. Что ты там говоришь? Что-то изучила. Мы уже подкумарили, если честно говоря. Кого тут еще избивали? Ага, вот. Юлька, займись. Займись. До нее не доходит. Так, что там по этому? Хоть что-то дает? Минус 10, ничего не дает. И бы, конечно, выносить да выбрасывать. Да, очень долго растет пшеница. Очень, ничего не скажешь. Хлеба тут особо много ты не насобираешь. Надо на таких грядок не одну делать. Как минимум 3. А то и 4. Надо сначала кучу пшеницы набрать. В бочку складировать, чтобы можно было потом брать. Людоеды проснулись. Похватали бомжей этих и побежали. Так, слушай, давай проследим за ними. Давай наложи шину, типа будем за ним бежать. А ёп. Ты там хоть что-то наковыряла? 2 камушка. Хочется посмотреть, куда они пойдут. У них тут где-то лагерь же должен быть. Оу. Рэй. Да подожди ты, блин. Что с ними увечья? А, он лежит просто. Этот просто мертво. Лиза, меня возьми с собой. Да подожди ж ты, ё-моё, так быстро все. Они, наверное, где-то черти где лагерь. Ого, ты как быстро бегаешь по сравнению с ним. Ну то, что там метис, это хорошо. Я могу таких несколько ветряков сделать. Ладно, такой этот постоял, такой, опа, подлечили и дальше побежал. А спасибо даже не сказал. 35, как было, такие, а уже 11. Так, вон лагерь вижу. А это что? Железо. Это не с того лагеря, где я убегал. Какой-то из серий. Да, это, по-моему, он и есть, этот лагерь. Только тут что-то особо-то уже нет никого. Один он там студент какой-то бегает. А вон он, кстати, бежит. Давай сюда. Ты на меня нападать не хочешь, да? Передумал. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.